Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодня у меня на мониторинге 3 расширения суперских друзья, где мы зарабатываем на полном пассиве без вложений. Нам показывается рекламка баннерная, тизерная, и за это нам начисляют денежки. Первое расширение — это Surf D. Нам платит оно в USD, в долларах США. У меня на балансе 2.42. И я хочу вывести эти денежки. Так, вывод средств. Я буду выводить на Pair кошелек. Pair. Вывести на Pair. Так. Сейчас я кошелек пропишу. Так. 2.42. Я выведу. Ну пусть 2.42. Комиссия 1 цент. И минимальная сумма на вывод в этом расширении, друзья, всего 3 цента. Набрали 3 цента, ставьте на вывод. 1 цент комиссия, 2 цента вам зачисляют. Нажимаю «Создать заявку». Так, цели безопасности. Мы отправили письмо. Так, на e-mail. Значит, надо сходить на почту. Так, перейдите по ссылке для подтверждения выплаты. Перехожу по ссылочке. Страничка загрузится. Так, ожидание. Вот мои выплаты. Здесь я выводила первый раз 13 центов. Потом доллар 6, ну, .06, доллар 0.3, сейчас 2.42. Далее что? Если мы нажмем вот на этот значок в этом Surf D, помимо, вот видите, у меня в самом низу рекламка показывается. И вот здесь вот у меня мой баланс обозначен. Вот он. 2.42. Как бы здесь сразу вот сделали так, что показывается баланс. Сразу вот рекламка идет, и сразу уже копеечка копыт, как бы идет начисление. Если мы нажмем на значок, мы также можем просматривать посещение, вручную начать посещение. И также есть видео просмотры. Нажмем начать просмотр, и как бы тоже за видео просмотры нам начисляют денежку. Ну и наша вся статистика. Следующее у нас расширение — tsrfast.ru. У меня на балансе 82 рубля. Нажимаю «Вывести». Здесь максимальная сумма выплаты 100 рублей. Я на Pair кошелек. Нажимаю 82.00. Нажимаю «Вывести». Баланс мой обнулился. Сейчас перейдем на Pair кошелек. Я перезагружу страничку. Так, 82. 8 апреля. Перевод выполнен. 82 рубля. Вывод TSRFast. Все замечательно. Бокс платит. И сразу же мне вот пришло на выплата Surf D. Платит почти инстантом. Значит, 8 апреля. Перевод выполнен 2.41. И вывод Surf D. Все замечательно. Расширение платит. И еще одно расширение. Тоже, друзья, оно новое, суперское. Здесь я также вывожу. У меня на балансе 124 рубля. Выводить я буду 100 рублей, так как максимальная сумма здесь 100 рублей раз в сутки.
Empire у меня прописан. Ввожу сумму 100 рублей. Нажимаю вывод. Заявка на вывод средств создана. Переходим на Pair кошелек. Я обновляю страничку. Так, пока нету. Создана заявка. Давайте. Хотя у меня сумма списалась. Сейчас пойдем на почту посмотрим, как это можно удалить. Так, здесь что у нас? Мне пришло SurfD и TSFast на почту пришло. Так, давайте подождем немножечко. Я сейчас перезагрузить. Вот в очереди. Я здесь выводила, когда я выводила вот по 100 рублей, 27.02 100 рублей, 28.03 также я выводила 100 рублей. Вот все по 100 рублей я вывожу. Потом 3 уже 04 я выводила. Это 3 апреля выходит, я выводила 100 рублей. И сегодня 8 апреля. Вот я еще поставила на вывод денежку. Сейчас перезагрузим, посмотрим. Выполнен. Все, денежка пришла. Идем теперь уже на Pair кошелек. Опять я перезагружаю страничку. Вывод приходит быстро. 100 рублей. 8 апреля. Перевод выполнен. 100 рублей. Выплата xtasr.ru. Все замечательно. Все расширения друзья платят. Кому интересно, пользуйтесь. Заработок на полном пассиве. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.